Как обеспечить прочность возводимого жилья в регионах с высокой сейсмоопасностью? В казахстанской строительной компании Sensata Group эту проблему решают с помощью инновационных технологий, использования особых материалов и ежедневного жесткого контроля качества. Кроме того, на регулярной основе раз в две недели проводят обучающие семинары для инженерно-технического состава. Тему продолжит Григорий Беденко. Компания Sensata Group работает на казахстанском строительном рынке с 2012 года. В алматинской агломерации, которая, как известно, расположена в зоне высокой сейсмической активности, уделяет особое внимание сейсмоустойчивости жилых комплексов при землетрясениях до 9 баллов. Одним из важнейших этапов строительства, которое напрямую влияет на соответствие этому требованию, является монолитные работы. В летний период при жаркой высокой температуре мы контролируем процесс схватывания бетона, ведем уход за ним. После набора прочности снимается опалубка и проводится осмотр поверхности бетона на наличие дефектов, раковин, трещин. В проектах Sensata Group монолит является несущим каркасом здания. Его формирование – один из самых дорогостоящих и важных процессов строительных работ. Он всегда находится под жестким контролем. Также выполняется геодезический контроль монолитных конструкций, в том числе таких параметров, как, например, вертикальность стен согласно требованиям. Все объекты жилой недвижимости, которые возводит компания, в обязательном порядке проходят государственную экспертизу. Также для улучшения качества работ мы проводим еженедельные и ежемесячные семинары как для инженерно-технических работников, так и для рабочих бригад. Обучаем их, повышаем их квалификацию. В Sensata Group создан отдел контроля качества, где работают профессионалы с 30-летним стажем. Подразделение проверяет выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с нормами, СНИПами и жесткими внутренними стандартами компании. Григорий Беденко, Абен Нарынбаев, Алматы, 24 КЗ.